Сирия оказалась на пересечении трех очень серьезных конфликтов. Помимо конфликта Ирана с Саудовской Аравией, демократия против монархии, две ветви ислама, арабы против персов, конкуренты за весь Ближний и Средний, за влияние на всем Ближнем, Среднем Востоке и в мусульманской Африке. Это первый конфликт. Второй конфликт – это конфликт между радикальным исламом и светскими режимами. И самое главное – это позиция Америки. Чтобы мир покупал американские ценные бумаги, нужно загнать в эти ценные бумаги глобальный спекулятивный капитал. Для этого должна быть единственная тихая гавань Америка, а все остальное должно быть в хаосе и ужасе. Именно в этом причина арабской весны, именно в этом причина сирийского конфликта. Великолепное маневрирование российской дипломатии и, как говорили в старину, лично В.В. Путина, позволило приостановить нарастание конфликта. Но поскольку причины войны бандитов, которые ввозятся в Сирию из других стран, там даже из нашей страны воюют уголовники, преступники и мерзавцы, вот, поскольку причина находится вне Сирии, и все причины являются объективными, российская дипломатия всего лишь выиграла время. Не так плохо, потому что если американцы поймут, что нельзя уничтожить Сирию, они начнут разжигать такой же костер у нас, а наш режим будет послабее режима Асада.